Так, здорово. Это лайв. Лайв. Это лайв, да. Это так, ребята, Руслан, сегодня смотрите, поговорим с организатором вечеринки. Он как бы одним организатор? Из... Ну, как, да, но как, не присутствовал ни одна, на одном командном момент. Собрании. Сколько колонок взялся? Плохо слышит звук. Когда вытянешь ее, она много слышит. Хорошо, что но... Что значит вытянешь? Я понял, корпус, я понял, но ничего страшного. Вот наш организатор... Давай это делаем паузу, сделаем. Наш организатор молодец, умеет тему перевести, конечно. Поговорим с нашими новыми гостями, только прибывшими. Давай, сюда, ребята, где учимся, работаем? Ребята, рассказывайте, как вы? Сдавгупился в Англии, где? Где живете? Почти все, Голландия. Голландия? Он в Голландии, я в Риге. Ладно, ребят, самый главный вопрос. Как вы попали на эту вечеринку? Кто вас позвал? Почему вы приехали? Хотел вспомнить, как это было раньше. Раньше бывал на этих вечеринках? Был, да. Какое впечатление они тебе оставили? Я надеюсь, будет такое же сегодня. Отлично. Хорошее. Что ты можешь сказать? Чего ты же можешь ждешь от сегодняшней вечеринки? Я здесь первый раз, но будет круче, чем раньше был. Потому что меня тут раньше не было. Ладно, он мне нравится, мистер Позитив. Давайте, ребята, отдыхайте. Еще увидимся. Я снимаю. Ладно, посетим нашу кухоньку. Кухонька, давай. Девчонки, привет. Девчонки. Как вас зовут? Это у нас Лена, я знаю, здесь главная по кухне. А вас как зовут? Эва. Эва, очень приятно. Эва. Мы ведущие сегодняшнего мероприятия и хотим задать вам парочку вопросов. Да, пожалуйста. Чего вы ожидаете от сегодняшней вечеринки? Море позитива, много позитивных конкурсов, ну и приятный коллектив. Хорошо, вы как ответственные за еду, да, за то, чтобы все наши гости были сытыми. Скажите, малыш, дай куртку. Что нужно, как нужно кушать правильно, чтобы тебе не было плохо на вечеринке? Потому что чаще всего бывает, люди могут перепить и так далее. Ну, хороший вопрос. Если честно, я даже не знаю, это зависит. Ну, ваша еда поможет людям? Ну, я надеюсь, что да. Избежать фиаско. Вы можете открыть холодильник и посмотреть. Давай, откроем холодильник. Открой холодильник, посмотрим, что там. Паша, здесь только бухла, что я не могу. Опаньки, вот что сегодня ждет наших гостей. Слушай, мне нравится, что ты это снимаешь, когда еще все, никто не пробовал ничего. Ладно, давай, с этим мы еще увидимся. Куртка. Ладно, так, девчонки, давай, спасибо. Нет, еще увидимся. Перейдем. Что ты делаешь, Саманта курсит-то? Так, погоди. Саманта, повернись, пожалуйста, вы сюда. Вы танцами занимаетесь, а тут еду. Самантик, повернись. Да, нам интервью. Привет. Привет. Как у тебя дела? Привет, солнце. Да, мы как организаторы, организатор. Ох, организатор себя записал. Нет, мы ведущие. Ведущие не пьют. Самантик. Чего ждешь от сегодняшней вечеринки? Ничего себе. Всего. Модели какие-то? Всего. Здравствуйте. Все, ясно. Прилетел, прилетел. Ну-ка, давай. Виталий. Боксер сегодня не будет. Ну, мы нашли очередную партию наших гостей. Представьтесь, пожалуйста. Элина. Вадик. Вадим. Ой. Тёзки? Он пожмите ручки друг другу. Загадывай желание. Отлично. Плюс партии, мы исполняем желание. Слушай, Вадим, у тебя первый вопрос. Как ты узнал об этой вечеринке? Мне написал Жан, пригласил сюда. Жан это один из ведущих, вот этот молодой человек. Я его пригласил, посмотрим, как он будет себя вести. Может быть, не надо будет в следующий раз его приглашать. Отлично. Элина, расскажи нам, пожалуйста, чего ты ждешь от сегодняшней вечеринки? Не знаю, веселье. Веселье. Полного отрыва и тому подобное. Хорошо. Вадим, расскажи нам, будешь ли ты участвовать сегодня в конкурсах? Нет, пожалуйста. Хорошо. И скажи нашим подписчикам, людям, которые не приехали и смотрят это видео. Многое потеряли, ребята, да, что вы не приехали. Многое потеряли, да? Многое потеряли. Все, спасибо большое, было с вами приятно пообщаться.
И Вадим Филиппов нам хочет что-то сказать. Да. Также ставьте лайки и подписывайтесь, ссылка в описании. Спасибо. На его канал. Отлично. Дневник Латыша. Давай, да расскажешь нам. Так, что представь, этот что наш гость. Я, у меня Владимир. Владимир. Здесь много. Владимир Владимирович? Владимир. Владимир Владимирович. Не все, хватает. Все. Нормально. Да, Владимир Владимирович, сегодня как раз для своих, сегодня 23 декабря 2016 года с утра была пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, вашего тезки. Я не смотрел. Не смотрели вы, давай да? Давай ближе к делу. Ладно, хорошо. Да. Расскажите, чего вы ждете от сегодняшней вечеринки? Ну, как всегда, от сегодняшней вечеринки я жду какого-то трэша, какого-то отдыха. Будете ли вы участвовать в конкурсе? Вечеринок. Владимир. Можно глоточку? Ну, естественно. Супер, супер. Ну, хорошо. Нам нужны такие хорошо. Люди. Ну что ж, почему все стесняются? Новые. Смотри, на камеру мы будем вам задавать вопросы, потом что мы слепим, интересно. Да, ничего, мы вырежем вот это. Так, расскажите, почему вы сюда приехали? Ребята, что вы, чего вы ждете от сегодняшней тусовки? Нет, давайте для начала представимся. Как вас зовут? Лера. Татьяна. Татьяна. Влад. Влад. Хорошо, вы в одной компании, втроем приехали сюда. Ну почти. Почти, хорошо. Хорошо. А Влад, не исключено. Как вы узнали об этом мероприятии? Фейсбук. Работаем, ребята, хорошо. Чё, но все-таки это твоя переписочка сработала. Ладно, ребята, чего вы ожидаете от сегодняшней вечеринки? Мы ожидаем, что будет все хорошо, очень круто. Потому что вы нам это обещали. Хорошо, мы гарантируем крутость. Расскажите тогда следующее. Будете ли вы участвовать в конкурсах, которых у нас благо масса? Конечно. Конечно. Ну, хорошо. Пожелания людям, которые стесняются участвовать в конкурсах. Что вы можете им сказать? Больше как перебороть выпить, страх? Как перебороть надо страх? Надо не стесняться просто. Ну это выпить. Легко. Да, больше что нужно? Больше выпить. Да. А если перебор? И все, человек уже не участвует в конкурсах. Тогда домой. Хорошо, ребята. И последнее. Отдыхайте. Отбейте пятюньку и отдыхайте. Еще спасибо. Увидимся. Настюха, как настроение? Супер. Так, ладно, ребята, привет, это, давай это, представимся. Эдик. Вадим, очень приятно. Эдик, давай начнем с тебя. Расскажи, как ты узнал об этом мероприятии? Фейсбук, Женя. Женя, организатор, да, супер. Ты первый раз тут? Первый раз здесь? Да, первый раз. Первый раз? Да, да, да. Ладно, что ты ждешь от сегодняшней тусовки? Хорошо отдохнуть. Хорошо. Очень хорошо отдохнуть. Вадим, первый раз здесь? Да. Отлично. У нас подготовлена культурная программа и будут конкурсы. Будешь ли ты участвовать? Конечно. Отлично, хорошо. У нас есть гости, которые стесняются и боятся выйти в люди и участвовать в конкурсе. И говорят, чтобы мы их не спрашивали, не звали. Что вы этим людям посоветуете, чтобы они вышли на сцену? Да. Не очкуйте. Просто не очкуйте. Хорошо, ребята. И напоследок, люди, которые сегодня не приехали, что можете им пожелать? Что они потеряли? Вчера, чтобы они тут были. Что они потеряли, это мы узнаем завтра. Хорошо, Вадим, давай. Давай, набирайте Эдик, настроение, большое, давайте, давай, Эдик, все, хорошо, все приятно, давай, увидимся. Давай. Разлили, не? Нет. Так это нормально, давай. Так. А ты уже включил? Да. Мы встретили очередных наших гостей. Как вас зовут? Эдита. Эдита и? Ника. Ника. Ника, начнем с тебя, да, камера остановится на тебе. Расскажи, пожалуйста, как ты узнал об этом мероприятии? Какой? Славик. Ну я, Славик, красавчик. Молодец. Бар еще не открылся, а он уже в дребезги почти. Смотри, да я...
задавай вопрос. Жаник. Не, мы звук оставим, спасибо, а картинку Жан, уберем. Запикаем, Жаник, спроси что-нибудь. Слушай, какой ты раз тут присутствуешь? Тебе первый раз, да? Ты первый раз на этом. Что бы ты хотела? Я хочу веселье. Ты будешь открыто на конкурсы, на позитив? Ну, например, наш свой позитив подать ведущим, другим людям, чтобы они заразились и завелись? Ну, зависит, какие люди здесь будут. Если они будут веселые, то я... Ты думаешь, что просто люди собрали? Я надеюсь, что они такие, как я. Ну, все, все будет хорошо. Хорошо, обнимитесь, наверное. Хватит пить. Девчонки, пожелайте что-нибудь людям, которые сегодня не смогли приехать, не приехали, что не потеряли. Вы говорите, а я буду, ну, типа, рот открывать. Говорите. Что люди потеряли, кто не приехал сюда? Веселье и удовольствие. Ладно, девчонки, спасибо большое. Вы молодцы. Отдыхайте. Давайте. Ну что ж, дорогие друзья, еще одна наша гостья. Stop Time Dance Studio, представительница, да. Девушка активная, которая не пропускает ни одной песни, потому что всегда танцует под нее. Это твоя характеристика. Да. Как мы знаем, ты тут первый раз, да? Да, я тут первый раз. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Я жду. Честно, я жду. Ну, мясо, думаю, будет. Я просто жду. Мясо что никто не как умрет. Еда или как полный трэш? Полный трэш и еда тоже, чтобы было. Ты будешь заряжать всех людей в окружающий позитивом, своей улыбкой? Без базара, да? Но без вопросов. Скажи, пожалуйста, у нас подготовлена масса конкурсов, в которых мы планируем, чтобы участвовали люди, которые танцуют, умеют танцевать или хотят танцевать. Ты будешь нам помогать в организации? Будешь ли ты участвовать в подобных конкурсах? Ребят, ну, то есть я, наоборот, не понимаю, как можно без меня эти конкурсы. Ладно, хорошо. Расскажи, как перебороть свой страх и начать участвовать в конкурсах на таких больших вечеринках? Я скажу вам так, это не получится без людей, которые не вытолкнут вас в самое время в круг. Самое пекло, так сказать, да? Ну, там вообще, выживешь или нет, но главное выйти. Хорошо. А теперь пожелай, ну или расскажи, что люди потеряли, те, которые не приехали сюда. Ребят, или вы потеряли. Не то, что потеряли, а вот... Почему здесь так хорошо. Классно, так хорошо? Ну, тут хорошо. Тебе нравится тут? Да, расскажи, смотрите, честно. Тут раз. Так, телефон. Новые люди и старые люди. Это интересно. Еще тут мальчики и девочки. Тут деревянный дом – самый большой плюс сегодняшнего мероприятия. Потому что мы спасаем экологию. Ладно, короче, тут хорошая музыка. Закусочки не только. И да. Вова фотографирует классные фотки. Вот это да. Вот. Отлично. Спасибо большое. Все, пока. Давай, дай пятюню и увидимся. Ну, привет! Смотри, так. Жан, не надо. А зачем приехал сюда? Ну, отдохнул. Очередной наш гость. Ты напрягаешь, что ли? Господин Ильич, очередной наш гость. Представься, пожалуйста. Артём, нет. Очень приятно. Расскажи, как ты узнал об этой вечеринке? Ну, меня друг позвал. Друг позвал? Да. Отлично. Чего ты ожидаешь от сегодняшней вечеринки? Потусить, отдохнуть нормально. Потусить, хорошо. У нас приготовлена культурная программа, масса конкурсов. Расскажи, будешь ли ты участвовать в конкурсах? Ну, надеюсь, что да. Хорошо. Что надо для того, чтобы ты участвовал? Ну, если по заводу придется участвовать. Хорошо, а пожелай стеснительным людям, которые боятся выступать и участвовать в конкурсе, как им перебороть свой страх? Как? Что нужно делать? Да не бойтесь участвовать, конечно, как весело. Хорошо. Ну и напоследок, просто отдыхай сегодня, отбей. Все, увидимся.
Ну привет, очередного гостя встретили. Представься, пожалуйста. Андрей. Жан. Андрей. Очень приятно. Паша. Наверняка я вас всех забуду, потому что. Сейчас спрашиваю. Ты нас еще увидишь. Мы ведущие сегодняшнего мероприятия. Хорошо. Хорошо. Андрюха, расскажи нам, как ты узнал об этом мероприятии? Об этом мероприятии вообще прочитал в интернете. Фейсбук? Нет. Нет. О, где? Изначально вру, короче. Ладно, мне Фархад. Изначально вру. Хорошо. Фархад позвал, да. Очень остроумный гость у нас сегодня. Все дела. Ну, давайте посмотрим, как будет весело. Вот пришел. Хорошо, хорошо. Чего ты ожидаешь от сегодняшней вечеринки? Чего ожидаю от сегодняшней вечеринки? Наверное, того же, чего я всегда ожидал подобных вечеринок. Безудержного веселья, нормального угара. И так, чтобы завтра было что вспомнить. Отлично, отлично. У нас сегодня будет культурная программа, будут свои бармены со своим шоу. Конкурсы наверняка, да, всякие? Конкурсы будут. Да. Будешь ли ты участвовать в конкурсах? Все зависит от степени... Алкогольного опьянения, нет? И этого тоже. Хорошо. И этого тоже. Хорошо. И, наконец... А ты не узнаешь, пока ты не выйдешь? Слушай, будем смотреть, да. Андрюха, и последний вопрос тебе на сегодня. Пожелай что-нибудь людям, которые сюда не приехали, не смогли, что они потеряли? Что я могу пожелать? Ну, я пожелаю, в следующий раз будьте немножечко умнее, и все налазится. Спасибо большое, было с тобой приятно. Отбей, все, счастливо. Что говорить? Ладно, дорогие друзья, мы встретили очередную партию наших гостей. Представьтесь, пожалуйста. Карина. Карина. Вика. Марита. Марита. Фархад. Фархад. Артур. Артур. Артур, давай, с тебя и начнем, давай, Артур. Давай. Как ты узнал об этом мероприятии? Я как узнал? Я основатель этих мероприятий, если что. Хорошо, какой раз ты присутствуешь на подобном мероприятии? Я всегда присутствую. Хорошо. Фархад, расскажи, чего ты ждешь от сегодняшнего мероприятия? Жду хорошего настроения, веселья, танцев, конечно. Хорошо. Девчонки, вам всем трем вопрос сразу. У нас сегодня подготовлена культурная программа и будет масса конкурсов. Будете ли вы участвовать в них? Естественно, конечно, будем, да. Хорошо. Знаете, и еще такой вопрос. У нас есть люди, которые стесняются, боятся выступать в конкурсах просто перед публикой. Да. Это не к нам. Расскажите, да? Как перебороть свой страх и начать участвовать во всех просто конкурсах? Просто идти и все вперед. Просто идти и участвовать. Да. Просто спасибо, девчонки. Да? Отбейте пятерочку, и мы с вами еще увидимся. Еда, отдыхайте. Еда уж готовься сегодня. Алло, Виталий. Можешь быть? Да. Дорогие друзья, мы встретили наших очередных гостей, прибывших только что. Представьтесь, пожалуйста. Алиса. Алиса. Ксения. 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 Очень, очень приятно, девчонки, что вы здесь. Алиса, первый вопрос тебе. Как ты узнала об этой вечеринке? От них? Мы позвали. Позвали. Хорошо. Девчонки, чего вы ожидаете от сегодняшней вечеринки? Угара. Да, вот и бороться. Жары? Полный угара? Жары. Хорошо. Ребята, девчонки, скажите мне вот что. У нас приготовлена культурная программа. Множество конкурсов. Множество конкурсов. Будете ли вы участвовать в конкурсах? Ну, как получится. Хорошо, у нас есть гости, которые стесняются выходить стесняются. В люди. Ну, вот, например, вот. Поначалу, да. Расскажите, как перебороть свой страх и выступать с людьми. Хорошо, скомпоновать, познакомиться. Надо бухать. Хорошо, это самая распространенная версия сегодня. Ладно, девчонки, и последний вопрос к вам. Люди, которые не смогли приехать сюда или не захотели, что вы можете пожелать им или сказать, что они потеряли, может быть? Те, кто не захотели, ваш. Хорошо. А те, кто не смогли грузить. Все, девчонки, спасибо огромное. Наслаждайтесь, все, еще увидимся. Итак, дорогие друзья, мы встретили нашего
осветителя сегодняшнего вечеринки. Володька, это наш фотограф. Да, да, ты раскрыл все карты. Давай. Этот наш фотограф. Кстати, познакомьтесь, это Евгений, основатель вечеринки. Это видео, приятно. Володя, привет. Ладно, у нас к Володе несколько вопросов. Первое, как ты узнал об этом мероприятии? Меня пригласили лично. Хорошо. Ты здесь как на работе? Ну, да, у меня, допустим, так сказать, отдыха и нету. Я работаю в Олимпии, работаю здесь. Так что всегда к вашим услугам. Хорошо. А чего ты ждешь от сегодняшнего мероприятия? Я жду красивых людей, красивых вещей. Я жду что-то особенного, интересного. Хорошо. Очень надеюсь, что диджеи нас не подведут. Спасибо. Скажи, пожалуйста, ты как фотограф, что нужно людям сделать, чтобы получиться красивым на фотографии? Нужно быть собой. Самое главное, не показывать себя, но как будто я самый крутой, да. Просто будь собой, улыбайся на камеру, все будет. Настоящие искренние эмоции, да, и тогда ты будешь самый красивый на фото. А еще лучше даже забыть о том, что я существую как фотограф. Фотографа нет, и тогда он делает самые лучшие кадры. Хорошо, спасибо. И последний вопрос тебе. Люди, которые не пришли сегодня на вечеринку, не смогли или не захотели, что они потеряли, как ты думаешь? Они упустили момент. Хорошо, спасибо большое.